Условно есть, благо Барселона не очень далеко и всегда очень приятно в декабре оказаться в таком замечательном городе, но вот показывают японок с российскими флагами. Музыка Владимира Косма, под нее катаются Камила Гатьянова и Сергей Алексеев, и посмотрим, как они будут выглядеть на фоне соперников. По сравнению с предыдущими российскими спортсменами, Дарьей Бектемишевой и Максимом Бобровым, Камила Гайнетдинова и Сергей Алексеев не такую